Сегодня мы ночуем прямо на берегу соленого озера. Вот такой у нас будет вид с закатом. А пока солнышко не село, мы превратим нашу машину в домик на колесах. Готовы превращать машину в дом на колесах? И сделаем внутри двухъярусную кровать. Неизвестно, Диана войдет туда или нет, потому что последний раз мы так делали 2 года назад. А вы сильно выросли. В общем, пробуем. Сейчас мы узнаем, получится наш фокус или нет. Сначала все нужно вынести. У нас тут полный бардак. А потом разложить пол и постель. Да. Поехали? Такой жалко. Кстати, его привезли из... Из Казахстана, кто не видел прошлое видео. В общем, все, мы приступаем. Это нужно поставить на землю. Поможешь мне? Давай снимаем. Ставим пока здесь. Это наша постелька. Упс. Тут полный багажник. Это наши матрасики. Мякушки. Мы их пока сюда. Ой, сдувает. О, все сдуло. Вот это поворот. Лена, посмотри, сколько у нас вещей, оказывается, в машине было. Целая гора. Здесь сиденье мы поставили наверх, на багажник. Здесь у нас еще поддончик с подстилочками. Вот здесь ящик. Как мы это все обратно сложим, я не знаю, но... Надеюсь, получится. Мы уже немного разгрузили наш пол. Еще у нас есть арбузик на утро и дыня на вечер. Будем пробовать? Да. Окей, все, значит, тащим поддон. Берем маленький поддон. Заносим. Диан, ты первая. Вот так вот. Давай, мы будем. Давай. А ты можешь залезть и принять внутри его. Да, забегай. Быстро только. Диан, отбегай. Сейчас должно все ровненько получиться. Оп! Все, поддоны очень холодные, они еще спутаны. Супер, так, а вот тепленькая подстилка согреет поддоны. Оп. И еще одну. Я... Неужели мы сегодня поспим в полный рост? Ура! Вчера мы ночевали втроем, сидя. Практически, да. Ну вернее, папа сидя, а вы смогли разложиться. Мы один листик можем разделить пополам. Он немножечко даже длинноватый получился. Все, зато плотненько. Сначала стелим первый этаж, потом будем стелить второй этаж. Да, я уже постелила здесь одеялко. Соображаем второй этаж. Тут меня тебе помог. Придавили. Сейчас мы изготавливаем второй этаж. Диана, это будет твое спальное место. Ура! Подожди. Не надо. Да, вот так. Еще ближе. Кстати, дайте-ка, кстати, хотел примериться. Проверяем. Держи. Можно проверить, как я бы вошел бы. Но спать будет Диана. Давай, тадам, смотрим. 2 года. Сколько? 152 сантиметра? А я 153. 153? Сплю в полный рост, если у меня ноги еще вот так. Ну ура, все получилось. Немного. Диана, ты должна войти. Она 154 на 1 сантиметр. Нет, 158. Ну, обогнала на Диана, пару сантиметров. Проверяем. Но незаметно. Все, вот теперь. Все в полный рост? Да. Класс, вот так закрываем. Уютненько. А наше место будет, вот здесь будут наши ноги, а мы спать будем в эту сторону с тобой. А я если вот так свалюсь? Ну, упадешь нам на ноги, ничего страшного, не сломаешь. А вот там, да, только нет. А это мы сейчас заизолируем. А ты забираешь. Ты как за барной стойкой теперь здесь. Можно мне, пожалуйста, пару конфеток, чаек? Нет, да, или это мы... А у нас есть тортик. Вот, видишь, так, подушку сюда крыла. Все как-то так, да? Диана, Демирей, ой, тебя. Не моя подушка. Розовая, она розовая. Клёс, вот. Розовая постелька. Закидываем хлам и испытываем мы свое место. Клинка чистая? Да. Да. То есть сейчас я попробую заползти и разложиться на своем месте. Съедим дыньку и будем спать. Очень. Смотрите, как уютно здесь. Комары. Да. Да, комариков мы не запускаем. Вот так у нас выглядит. Все вещи мы сместили вперед, а здесь у нас получилось шикарное спальное место. На 3 человек просто. Я полез в левый отдел. Там да, будет, там, а я сейчас вина. Посниму, как это.
делает. Яна, ты закроешь за мной дверку. Встречай меня, пожалуйста. Оп. А полез, а я встречаю здесь. Ку-ку, червячок. Ку-ку, так, сейчас я залезу до конца. Вот здесь мы все заделали, все, так закрывай. Что я не боюсь. Так, у меня еще 20 сантиметров вот до дверей. Ой, комаров, правда, много. Мы хватаем дыньку и бежим. Да, да, бежим. Машину держи. Бежим, так, все, раз, два, три. Прыг. Смотри, сколько комаров. Я убрал постель, и мы сейчас... Сделал здесь столик, да. На улице съедают комары, поэтому дыньку будем есть в машине. Вот какой я умник. Да, еще у нас есть огурчики, сладости, бананчик. Приступаем? Да. А потом будем спать. Вкусная дынька? Угу. Очень комфортно мы разместились. Мы проснулись. На улице уже солнышко светит, даже припекает. Яна, расскажи, как ты спала? Не очень хорошо спалась. Резюмируем, что так спать еще можно. Мы все входим. Места достаточно, и даже можно было поспать так несколько дней с одеялком, да? А теперь встаем и пробуем арбузик. Сейчас, подожди, тапочки один. У меня кровь. Петухи и курицы кричат, слышишь, Диана? Ура! Я хочу к ним. И машина дома трансформируется в обычную машину. Угу. Диана, как арбуз? Вкусный. Похоже, он доспел, пока мы его катали. Он очень красный. Прям очень красный и сладкий. Где твой кусочек? Попробуй ты. Эх, серединку пустишь. Mm. Класс? Класс.